кто-то знает, что я там буду отъезжать. И меня там стреляют. Так, есть один и второй. А, вон еще чувак едет. Так, подожди, сейчас я так... Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, продолжаем играть в игру Hills of Steel. Давайте выберем наш титан и отправимся в бой. Сейчас посмотрим, против кого мы будем первые танки. А, вот, чувак. Подожди. А давай мы его переедем просто. Куда он там поедет? Назад? Будет ли он стрелять? А ну-ка, сейчас посмотрим. Ага. Эй, он мне урон наносит, нет? Так вот, чувак едет. Так, от этого легко мы уничтожили. Едем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. На, с первого выстрела мы его уничтожили. Так, этого тоже сейчас уничтожим. Хорошо. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На, есть. Так, кто там у нас стоит? О, хорошо, прям таки. Хорошо. Здесь больше никого нет. А, монетки. Монетки, и вот чувак у нас едет. Так, получается, он меня не попадал или попадал, я что-то не заметил. Будем, короче, монетки собирать с вами, ребята, на новую карту. Ох ты, ё-моё, смотри, какой активный, а. На, есть. А ну-ка, охладись немножко, подожди. Есть. Второй. Сколько у нас там, ребятушки? Ну, у нас даже пока 1000 нету монет. Будем копить. Ох ты. На. Ох, какой он, смотри, как он. Он как будто знает, что я там буду отъезжать. И меня там стреляет. Так, есть один и второй. А, вон еще чувак едет. Так, подожди, сейчас я так вот сделаю. Нет. Не получилось. Так, давай. Немножечко отъедем сюда назад. Есть. Кто там еще есть? Нет у нас? Нет, нету никого. Так, открытые монетки. Забираем монеты. И подождем, сейчас кто здесь будет. А, вот чувак. Ё-моё, сейчас начнет. Сейчас он начнет стрелять. О, какие, как далеко же стреляет он. Ага, он еще и едет быстро. Не дадим ему нас уничтожить. Где-то там еще один ехал, второй. Ну-ка. Подожди. А, вот он. А тут их несколько, смотри. Так, есть. Раз и два. О, едет, едет босс. А, наконец-то. Легион. Так, отъедем немножко назад. Тихо. Давай. Раз, два, три. О, сейчас стрелять начнет, смотри. Он уже приготовился. Есть. Уничтожили. Мне еще и звание дают. Офигеть. Сейчас посмотрим. Бригадный генерал. Ага. Спасибо. Спасибо за звание. Так, ну я думаю, давайте, ребятушки, отправимся в классику. И здесь немножечко в зимней войне. Угу. Позанимаемся и заработаем денежек. Да, хорошо. Берем наш... Нет, а, ну смотри, яичко. Так, ежедневное пасхальное яйцо, 25 монет. Слушай, а тут получается одно только, да, яйцо дают? Угу. Да, одно яйцо. Одно яичко. Ну, хотя бы одно. Все, отправляемся на нашем титане. Так, и здесь, я думаю, заработаем много монет. Так, чувак едет, на, получай, отдыхай. Следующий. Так, а, нет, едет. Есть. Прям хорошее попадание такое. Едем дальше. Так, кто здесь у нас будет, нет? Ох ты, нифига. Упреждающий такой был у меня удар. Ну-ка. Нет, там никого не было. Нормально все, никого нет. В смысле? Так, а ну-ка, подожди. Ладно, перевернулся. Чувак.
Отдыхай. Отдыхай, тебя там не было, ты подъехал мне так вот невзначай. О, ребята. Так, пасхальные яйца. Есть. И вот этого еще. И вот этого еще. Так, что меня нифига не отбросило назад аж. Такой выстрелы мощные. О, надо быстрее. А, у него, смотри, поворачивается. Поворачивается штука эта. Ага. Ё-моё, а ты чё, чувак, здесь стоишь, а? Давай, иди отсюда. Я не знал, что ты тут сидишь. Так, это бедолага, смотри. Перевернулся. Давайте ему поможем. Ох ты, ё-моё. Легион. Босяра едет. Раз. Два. Ой, хорошее попадание. Три. И еще один удар. На, получай. Хорошо. Так, ремкомплект, слушай, а мне, получается, и не на, не нужен он. Да, ну ладно. Подлечимся все равно. Так, а ну здесь никого... А, нет, подожди, в смысле, алло. Почему я думал, что здесь никого не будет? На, отдыхай. Так, подожди, на, тоже отдыхай. Дружище. Так, этот танк перевернулся, но он, смотри, стреляет куда-то в другую сторону. На. Да ё-моё, стреляй уже. Так, ну этого легко будет уничтожить. С одного выстрела, смотри. Так, дальше. Едем. Смотрим. О! Есть. Уничтожили. Так, этого дружище. Есть с одного удара. Так, это у меня стрелялочка, да, просто? На, ой, блин, мимо. Ё-моё, на. Так, он мне мешает. Старый танк этот разбитый. Кто там еще едет? А ну-ка, сейчас посмотрим. Так, вроде никого. Ага. Так, ой, я не в тебя хотел. Вот этого я хотел. Все, готов. Так, давай. Да ё-моё. Все, готов. Едем дальше, ребятушки. О, тут много танков, смотри. Так, перевернулся. И этот дружище помог. Уничтожил, представляешь? Тихо. Готов. Второй. Тихо, ребятушки, тихо. Так, у меня уже не хватает. Не хватает выстрелов. Все. Отправляемся дальше. Кто у нас тут? О, чувак. Чувак, подожди. На. Все, отдыхай. Следующий. Так, а здесь, смотри, я вижу прям слишком очень много, в общем, там надо отъезжать. Отъезжать, ребята, прям конкретно. О, здесь у нас много работы. Попаду в кого-нибудь или нет? Сейчас посмотрим. Есть. Так, тут, там еще должно быть несколько танков быть. Сейчас подождем. Посмотрим. Нет, никого нету. А, нет, лежит. Едет, едет наш. А, босс, сейчас мы его зафигачим. Так, назад немножечко отъезжаем. Есть попадание. Есть. Ох ты! Какие у него пасхальные яички. Большие. Так. О, а здесь и некуда больше ехать. Да ё-моё, какой ты резкий, а? Подожди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, он мне мешает просто ехать. Что ты сам себя не подзрываешься? Нет, подзорвался. Давайте подлечимся. И отправимся дальше. Уже у нас 1000 монет. Неплохо, неплохо. Начинали мы со сколько было? 800 или 700? Кто помнит, ребята? А, сейчас посмотрим. А, едут. Так, этот чувак, он не сможет подняться. Якобы, смотри, да? Он не может подняться, да? А если мы отъедем назад, то он спокойно поднимется и подъедет. Смотри. Его даже, может быть, сейчас заденем. Где он? Подъехал? Поднялся? Нет. Нет, не может подняться. Вот эти вот, смотри, большие поднимаются, а этот не может. Ладно, посмотрим. Давай, едь, 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 едь. Не хватает мощи. Придется ехать на пролом. Немножечко он меня задел, но деваться некуда.
Здесь вроде бы нет никого, смотри. А, вот он, дружище, перевернулся. На, отдыхай. А, вон еще, смотри, стоит. Ой-ой-ой-ой. Так он друга своего уничтожил, представляешь? Есть. Вот этого надо теперь стрелять. Готов. Второй готов. Так, еще этот сейчас мы подождем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, отдыхай. Отдыхай, дружище. Ой, какой хороший, молодец, лежит. Лежит, ждет, пока я подъеду. Так, о, этот прям не очень хороший чувак. Какой он активный, смотри, алло. Давай, подожди. Нам нужно подлечиться. Давайте сейчас подлечусь. Едем дальше. Все, окей. Так, этот чувак типа застрял, да? Сейчас я его щелкну. Блин, совсем чуть-чуть, смотри, пролетает пуля над головой его. Прикинь. Есть, готов. Готов, друг мой. Отправляемся дальше. Так, эти ребята не поднимутся, поэтому нужно помочь. Так, готово. Так, вот эти еще чуваки. Все. А, еще едет какой-то чувак. На, получай. О, еще один. Да ё-моё, сколько вас там? Хорошо. Вроде бы все. Вроде бы все приехали. Так, бомбардир. А давайте я попробую сейчас, может быть, проеду. Так, ё-моё, сейчас меня уничтожат. Стопудово. Давай, мне не хватит скорости выстрела. Вот этот меня, короче, гасит. Все, хорошо, что он погиб. У меня вообще энергии, вообще жизни нету. Смотри, ребята, энергия. Так, этот чувак едет, не знаю, поднимется, нет он? Поднимается. Удивительно. Вам же тяжело подниматься. Вы никогда не поднимайтесь на такие сопки высокие. Холмики. Так, вот этот чувак меня, наверное, убьет. Да. Убил. Ну, ладно. Так, сколько я уже... У меня звание скоро будет повышено. Бригадный генерал. Продвижение. Вот я и есть бригадный генерал. Я же туда еще уйду. Ну что ж, дорогие друзья. Ну, такая вот игрушка. Будем заканчивать серию. Сегодня мы много монеток заработали. Ну, а в следующей серии будем открывать сундуки. И будем смотреть, что там, может быть, нам дадут новый танк. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.